Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Хочу сегодня поделиться с вами своими новинками, приобретениями в каталоге номер 8 2017 года. Каталог действует с 5 июня по 24 июня. Итак, самое первое, мое любимое, это обложка. Здесь у нас появляется новая серия клубника и ревень. Спрей для ног, крем для ног питательный и пемза. На сегодняшний момент у меня есть спрей для ног. Цена его 55 гривен, цена каталога. Здесь стандартный объем 150 миллилитров. Что о нем хочу сказать? Он освежающий, с легким фруктовым ароматом. Мы его с мужем уже опробовали и... вполне довольны, приятный, легкий, придает ногам свежесть. Пожалуйста, приобретайте. Конечно же, подписка моя, детям витамины, wellness обязательно. И о чем хочу рассказать. Появляется у нас новая целая парфюмерная серия для тела Nose & Beauty. Это аромат, такой вот замечательный, такая вот коробочка. Здесь 30 миллилитров, гель для душа и лосьон для тела. Вот такая вот линейка средств по уходу за телом и аромат. Этот набор вы можете приобрести всего лишь за 185 гривен, если сделаете заказ из каталога, на 280. Хочу остановиться более подробно, рассказать об этом аромате. Это легкий фруктово-цветочный аромат. Здесь какие основные ноты? Это арбуз, цветок фритиллярия, это цветок семейства лилейных, фиолетовый колокольчик, который растет только на шведском архипелаге. И цветет он только летом. Очень нежный, очень нежный, изысканный аромат. И шлейф придает кедр. То есть сдержанная шведская красота, без ярких каких-то таких акцентов. То есть сдержанная элегантность. Аромат очень женственный и очень нежный. И при этом очень летний за счет нот арбуза. Я думаю, вы будете очень довольны. Или если вы захотите сделать, например, подарок кому-то из своих любимых девушек или подруг, маме, может быть. И также продлить стойкость аромата можно за счет ухаживающих средств. Геля для душа и лосьона для тела. Видите, вот такая вот в национальных цветах шведского флага, заметьте, голубой и желтый, очень яркий, летний, насыщенный, жизнерадостный, поэтому не упустите такую возможность за 185 гривен. Набор из трех продуктов вы можете приобрести. Следующее, о чем хочу рассказать, это сенсация 8-го каталога. Крем-краска, стойкая крем-краска для волос в каталоге всего лишь 83 гривны. Я пользуюсь уже давно красками Oriflame. Хочу сказать, что до этого я очень разными многими красками пользовалась, так как и профессиональными, и в салонах окрашивала, и сама самостоятельно дома окрашивала. Об этой краске хочу сказать, что это профессиональный уход в домашних условиях. Здесь идет окислитель, сама краска и бальзам после окрашивания. Здесь также подробная, очень подробная инструкция. И обращаю ваше внимание, что перчатки, вот они, прикреплены к инструкции. Обязательно, если вы в первый раз пользуетесь, прочитайте, ознакомьтесь, сделайте тест на чувствительность. И только потом используйте эту краску. Краска закрашивает седину, содержит адаптивную смарт-систему, которая закрашивает на 100% седину, питает волосы и придает ослепительный блеск. Чем уникальна эта краска? В ее состав входит
масло льняного семени. То есть она мало того, что окрашивает волосы, она еще и питает их, смягчает за счет льняного семени. Придает шелковистость волосам. Вот видите мои волосы. Я сегодня сама только покрасилась именно этой краской. Мой любимый оттенок — это ультрасветлый пепельный блонд. Я от нее просто в восторге, мне она очень нравится, не жжет волосы, не палит, нету раздражения на коже головы. И что мне нравится, нету этого удушливого запаха аммиака, от которого просто тошнит, кружится голова, какой-то дискомфорт. Дома нанесла, смыла, и я красавица. Поэтому, пожалуйста, 83 гривны. Это вообще, это бомба предложения. Берите сразу 2-3 краски. Особенно, если у вас длинные волосы, то вам понадобится 2 упаковки. Здесь много оттенков, широкая палитра. Здесь есть как и светлые блонды, светлые оттенки. Есть шоколадные красные, вот такие. Есть 2 оттенка черного, черный и сине-черный. Поэтому 83 гривны за краску профессиональную, высокого качества. Не упустите такую возможность. Сделана краска в Италии, между прочим. Что немаловажно, обращаю ваше внимание. Следующее. На что хочу, о чем хочу рассказать, это тушь для ресниц. В данном каталоге представлены по 99 гривен объемная, разделяющая и тушь 5 в одном. Некоторые мои клиентки после туши 5 в одном предпочитают именно вот такой вот The One Volume. Удобная очень щеточка, силиконовая. Хорошо прокрашивает, и действительно ресничка к ресничке. Вот так вот. Вот они, одна к одной, прокрашенная, она не осыпается, без комочков, хорошо разделяет реснички и действительно придает объем. Поэтому 99 гривен, цена каталога, очень выгодное предложение. Также одна из моих любимых тушей, это Giordani Gold, 119 гривен, обращаю ваше внимание. И новинка каталога. Вот такие вот смягчающие средства с ароматом морошки и клюквы. У меня сейчас вот такая вот с ароматом морошки. Хочу обратить ваше внимание, что и смягчающее средство с морошкой и с клюквой содержит натуральный пчелиный воск. Пахнет вообще просто божественно. Натуральный пчелиный воск. И поэтому, если у вас аллергия, будьте очень осторожны. Если у вас аллергия на продукты пчеловодства, на мед, сначала попробуйте, чтобы не было аллергической реакции. Зачем это смягчающее средство? Вы можете кожу губ смягчить, использовать как бальзам, использовать как крем для кожи вокруг глаз, смягчать кутикулу, локти, пяточки. Но это еще не все. Когда вы окрашиваете волосы, вот здесь вот линию роста волос смазываете этим смягчающим средством, чтобы не было раздражения кожи. Сейчас летний сезон, но много мы проводим времени на улице или на природе, или куда-то вы поехали. Могут быть как и ранки, так и укусы каких-то насекомых, или детям порезы какие-то. Тоже это просто незаменимое средство. Реально это универсальное смягчающее средство. Рекомендую оно не то, что в косметичке, оно в аптечке должно у вас быть. И в сумке всегда под рукой, и даже несколько штук. Поэтому обязательно заказывайте, очень выгодное предложение. Также сейчас коллекция Aruba. Вот такой вот замечательный коврик мы получили. Здесь он написан как пляжное полотенце. Размер его 150 на 70. Хочу сразу вам показать ручку. Очень удобно. Вот так вот. Удобно или нести в руке, или сложить в сумку, или в пакет. И даже ребенок, например, может нести. Очень удобно. Материал полиэстер, он похож чем-то на тоненький флис. Очень яркая расцветка. Яркая, пляжная. Ну, конечно, это больше как коврик, подстилка на пляж, чем полотенце, не знаю, тело как бы приятно, не очень
Наверное, приятно им вытираться. А вот сидеть на пляже с друзьями или с детьми, это просто бомба. И дети запомнят, что это их коврик, где они, где их вещи. И вы его на пляже не потеряете. Вот, ну, на данный момент это все. Если вам было интересно это видео, ставьте палец вверх, пишите свои комментарии. Увидимся. Пока!